Опять начинаются проблемы, Лана. Опять начинаются проблемы. Вот так вот антистресс превращается в стресс, ребят. Из-за Ланы. Я нашла девятку, Ёж, и вот она здесь. Где? Вот. Да, я ее убью сейчас. Да. Это я нарисовала, да? Тебе заспойлерила кусок. Ну, получается так, Лана. Получается, ты нам всю серию... Вот это что ты сделала с нашей серией? Бежит к новым анимехам, свершениям и вообще к новой серии. Йо! Ребят, и мы сегодня продолжаем угадывать анимехи. Да. В общем, в прошлой серии было три персонажа, которые вы угадали, а я не угадал никого, я угадал только то, что там по факту третий персонаж из One Piece. Вот. Ну, это я угадал, это молодец. А, подожди, давай, как мы тут это, дружим? Дружим. Ага, все, дружим. Так, и теперь аниме. Продолжаем. Я, кстати, знаете, я когда монтировал, я смотрю, а что такое мурда? Что? Мурда, это что такое, я спрашиваю. А это что такое? Это вот есть раздел аниме, Рождество, фантазия, еда, есть мурда. Но мы не будем угадывать мурду, Ёж. Нет, ну мы уже две мурды угадали, кстати говоря. Хорошо, аниме за 6000, все, построить. Ну что же, Лана, что обсуждаем? А что, не будешь работать? Работать! У тебя работает? Буду. Нет. Не работает. Ребят, увидимся через секунду. Все, Ёж, работает. И вот мы вернулись. И все, и поехали. Собственно говоря, первый цвет, он какой-то... У меня сразу профессиональный художник. Слышь, художница профессиональная, ты чё? Я вот тут сейчас... Я, кстати говоря, ребят, я, кстати говоря, у знакомой в Инстаграме увидел, что... Увидел, знаете что? Что у нее есть шлепа по номерам. Я даже не знаю, я готов у нее спросить, где она это все дело надыбала. Реально готов, вот. Ставьте там лайки, пишите комментарии, если вы хотите увидеть раскрашенного шлепу по номерам. Ну, вы поняли, собственно говоря. А дальше, а мы продолжаем так, и... О, ну блин, ну я уже знаю, кто это. Это чел из Наруто, похоже. Ты видишь вот эти вот волосы? Волосюхи, видишь эти? Ну, да, они вроде у них там... У многих такие. Да, они, в принципе, в аниме у многих такие. Да, так оно это и есть. Это я нарисовала, да? Тебе заспойлерила кусок. Ну, получается так, Лана. Получается, ты нам всю серию... Вот это что ты сделала с нашей серией анимешной, а? Все, пока. Вот. Но, кстати говоря, ребят, я его имя тоже не скажу. Я могу его нагуглить, потому что я не смотрел Наруто. Вот, и, ну, честно говоря, даже не планировал особо, потому что длинный тайтл и все такое. Кстати, когда монтировал, я же погуглил, понятное дело, какое самое длинное аниме и все такое. И One Piece вроде бы в десятке, ага. А у первого больше 7000 серий, господи! Ну, это, знаете, что-то около телешоу, что ли, если так можно сказать. Опять профессиональная художница, слышь, ну ты ок, нет? Я уже дохудожнила. Ну, короче, понятно. Так вот, и представьте, это, какая разница, шоу это или не шоу? 7000, больше 7000 серий. Это просто жестко. Вот, а из таких тайтлов, ну, наверное, да, One Piece это один из... А где единица? Один из самых таких вот... популярных, наверное. Общепринятых, скажем так, длинных. А где единица, Лана? Ты видишь единицу еще? Я не вижу. Единичка. Маленькая циферка. Один. Где ты? Да, это прикол, что ли, алло. Я семерочки крашу. Ёж, да вот же они, две единицы. Вот, все, закрасила. Где? Вот тут опа-ка, были. Опа-ка, их у меня не было видно. Ну, может, было видно, может, я на монтаже увижу, может, ребята в комментариях сразу увидят и скажут, ты чё там, ты чё, не видел, что ли, совсем на приколе? Вот, но, тем не менее, я ее не видел. Вот такой красивый... Это кто из комментаторов так разговаривает, Ёж? Я не знаю, но я просто, блин, ну, не знаю. Ну, представляешь, какой-нибудь пакостник захочет мне сказать, вот, ты вообще, что ты делаешь там в своих видосах? А вот, и я его таким голосом противным изобразил. Ну, что, давай посмотрим... Угадали мы или не угадали, но, скорее всего, мы художник угадали. Художник у меня профессиональный, извини. Так у меня сейчас... профессиональный художник. Вот, 26 цвет тавокнулся, все. Давай там лицо раскрашивай, и мы сейчас точно узнаем, он это всё или не он. Раскрашиваю, то раскрашиваю. Я раскрашиваю, где всяких побольше. Еще какой-то цвет закончился, Ёша. Молодечек. О, а я второй закончил. Слушай, а мы уже, у нас рука уже набита на этот антистресс, скажем так. Хотя этот антистресс иногда стресс, потому что я вот только что единицу не мог найти. Я просто
злился, я готов был укусить кого-нибудь. Хорошо, что я в другой комнате. А, ой, ты как раз-таки троечку заканчиваешь, спасибо. Да, другая комната, действительно. А, ну все, да, это точно чел из Наруто. А, ну это по повязке уже было понятно. Блин. Так вот, мы руку набили, и теперь мы довольно быстро все это дело закрашиваем. Вот. Ну, честно тебе скажу, тут очень много цветов рядом. Вот тут пятерки много, тройки много было. Ну, вообще да, вообще да. Ты хочешь то сказать, вот нам сейчас... игра помогает? Ну да, вот сейчас я 11-й включу, у меня как опять профессиональный художник включится после него. Ты же понимаешь, что чем больше ты закрашиваешь вот так одного цвета, тем быстрее потом активируется профессиональный художник. Ага. Так, у меня. Я тоже профессиональный художник уже. Я вот тут вот решил с краешку все похудожничать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот я. О-о-о-о, красиво. Все. Хотел сказать, что художник-то и не заканчивается, но он как раз-таки в этот момент закончился. Нет, тем не менее, смотри. Картина почти закончена, а мы записываем не так много по времени на самом-то деле. Поэтому я думаю, мы парочку картин точно осилим. Как ты думаешь, за сколько следующую картину? За 6 тысяч попадаются такие большие, интересные, красивые. Но за 4 быстрее закрасим и начнем новую. Ну, давай, наверное, за 4. Ёша, а ты можешь дальше сам все закрасить? А то у меня сейчас 99% художника, и я хочу в следующем его использовать, ну, когда новая картина. Ах ты хитрая такая. Конечно могу. Все, ладно, все сейчас сделаю. Представляешь, если он не сохранится? Это будет обидно, я считаю. Как-то он не сохранится. А он сохраняется точно? Ну, я в прошлый раз зашла, и он почти сразу у меня был активирован. Ага. Так, 27 и... А, вот, 29. Давай. 29. И это чел все-таки действительно... Из Наруто. Какаси, по-моему, как-то так Какаси его зовут. Какаси Хатака. Ёша заставил меня гуглить. Да, да, все так. Ну и что, продолжаем. Давай, он у нас раскрашен. Давай, 4000. О, за 2 есть, ладно, за 2. За 2? А мы точно не раскрашивали? Это ж то самое, Ёши. Ах ты ж. Нет. Как это нет? Нет, ладно. Это нет. Это новое, это не этот, не Хисока. Ладно, я пошла рисовать. Давай, художничай. О, видишь, профессиональный, работает. Так, подожди, я хочу угадать, это ли случайно не из этой, господи, супергеройской академии? Ну вот смотри, как тут цвета так интересно располагаются, вот смотри. Точнее, называется моя геройская академия. Короче, вы поняли, да, вы поняли. Откуда? МГА. Ну вот слушай, это, такое ощущение, как будто это форма из МГА, а вроде бы и нет. Ну... Ой, блин, короче, ладно, рисуем единичку. И узнаем. Можно не только единичку, цифр много. Так, подожди, а это похоже это там не нарисовал? МГА. Подожди, кто это? Может быть, это Violet Evergarden, нет? Ну откуда я знаю? Ты так спрашиваешь, как будто да я... Да или нет? Я понимаю. Опять начинаются проблемы, Лана. Опять начинаются проблемы. Вот как это понимать? Оказывается, угадать хоть... аниме не так вот... уж и просто. Да? Да, я ж не зря назвал прошлое видео «Не угадай аниме по картинке» или как там «Не угадай аниме». А это так же будет называться? Это, похоже, так же будет называться, потому что, вроде, похоже на Violet. Вот две двоечки, куда ты пошла? Какие двоечки? Я не двоечки рисую. А что ты рисуешь? То, чего больше. Ах ты хитрюга. Подождите. Да. А где еще двоечка? Или двоечка, где еще одна? Цвет 8 завершен, главное, а я двоечку не могу найти. А, вот она, шальная. Вот, получай. Так, Ёша, тут вот тоже что-то красненькое. Тебе как-то поможет, может? Честно говоря, не особо. Не знаю, вот кроме Violet, никто в голову-то и не лезет. Вот эти волосы. Блин, я не знаю. Ребят, команда поддержки в комментариях мне опять нужна максимально, потому что опять что-то не получается придумать, кто это. Жалко. Скажите, прав я или не прав? Действительно, это Violet или не действительно... Но вот это такое вот, не знаю, единственная такая мысль, которая пришла в голову. Ёш, ну смотри, вот тут вот что-то очень прям много цветов вот тут вот. Да-да-да-да-да-да, смотри, видишь, это руки механические, это точно Violet. Все, ребят, не пишите в комментариях, все, я знал. Короче, да, очень прикольное аниме с хорошими оценками, кто не смотрел, советую. Я, кстати, сам не досмотрел,
не осуждайте, да, так уж вышло. Просто какой-то период времени был, что не было реально времени или что-то такое. Ну вот, но я обязательно досмотрю и вам советую. Крутое аниме. Оп. Там Лана уже просто локально заканчивает свои циферки. Ну, был цвет, надо было нажать. Заканчивает там глаз, а что ты, ну, решила глаз не трогать, да? Так как иду, так иду, вот 15. Ну и иди, иди, ладно, хорошо. Вот 28, а вон 15 хорошо. Еще в другом, а, ладно. Понятно, Лана хитрая, она просто кнопочки нажимает. Представляете, если бы вы рисовали картину по номерам и такие, типа, так, первый цвет, хорошо, теперь рядом с ним есть 15-й, вот его, пожалуй, мы и закрасим. А потом 23-й рядом с ним, хорошо, теперь его. Ладно, так не делается, надо по порядочку, красиво, аккуратно, ну елки-палки. Все? А все? А все? 27-й. А вот, смотри. Хоп. О! Ура. Ой, там и конвертик, смотри, как красиво издалека. Да, здорово. И это действительно Вайлет. Все, я прям доволен. Так, ну что, за 2000 есть кто-нибудь еще? Может, я действительно пропустил кого-то за 2000? Слушай, ну я больше не вижу, только по 6000, по 4000. Ну давай, ну, давай. Слушай, вот их давай. Больше стало. Давай, 4000, так 4000. Все, поехали, вот это вот 4000. И... Опа. Опять какая-то масочка. Масочка, разве? Ну, или лицо такое, светлое, ой, наверное, да, просто казалось, а, что... А, я хотел сказать, у меня не рисуется, прикинь, это белый цвет. Ага. Заскамили тупо. Ой, Ёша, тут такие цвета приятные, посмотри по цветовой, да, гамме, может быть, что-то ты, а, узнаешь? Слушай, действительно. Нет, по цветовой гамме что-то понять, это вообще надо быть гением. Ух ты, и рисует. Ой, только уже не говорите... Блин, я знаю, кто это. Уже? Да, похоже на то. То есть это все-таки видео угадай аниме, а не не угадай. Ну, все-таки это видео уже угадай, наконец-то. Но, блин, уже можно даже не закрашивать, дальше уже все, ну, сразу как понятно. Как это не закрашивать, интересно же. Ну, давай, давай, может, я просто ошибаюсь, исходя как бы из цветовой гаммы и всего вот этого такого, возможно, я реально ошибаюсь, но я не уверен. Ну, я не знаю, кто это и как выглядит, хотя, может, и знаю. Да ты-то посмотрела два аниме в жизни, конечно. Ну, все, пока. Да я ж не осуждаю, я просто говорю, что типа... А, подожди, а, ну да, все правильно. О, Ёж, тут второго цвета очень много, все, я активировала. Я иду вот зарисовывать. Единичку, нет, мне вот помочь единичку закончить. Нет, конечно, давайте мы второй долбанем. Конечно. Я не вижу единицу последнюю, вот ты, блин. Ничего не знаю, я рисую там, где больше цифрок разных. Вот так вот антистресс превращается в стресс, ребят, из-за Ланы. Ладно, давай я ищу единичку, а ты давай красть там дальше. Вот я она. Тоже хочу раз. Найти эту. Где? Вот она, два, все. О-о-о! Я не видел ее, я не знаю, это не моя а проблема. А ты переключай это... цвета, они иногда теряются. Все понятно. А, подожди, Лана, я или нет? Да блин, я угадал или нет? У меня два варианта теперь, Но цветовая гамма мне реально нравится. Это вот действительно приятно раскрашивать. Где двойка? А, все. А то я уже начинаю волноваться. Я только говорю, приятно раскрашивать, нравится. И тут, где двойка? Двойка где? Ну, слушай, а может и хорошо, что мы берем разные цвета? Мы как ну, бы не да, мешаем друг другу. Ну да, так мы бегали друг за другом. Я ж поэтому так и хожу тут. Отдельно. О, художничек! Нормально, у меня не скоро. 87. А, уже скоро. Так, надо придумать, что ей рисовать с художником. Я рисую там, где больше цифр разных. Ничего не знаю. Супер логично, Лана. Стараюсь еще и окошечки вот эти вот. Как, блин, меня, короче, когда мама в детстве учила рисовать, не то, что рисовать, а просто там в раскрасках там раскрашивать, очевидно. Она мне говорила, что вот эти штучки, они типа называются окошечки. Закрашивай окошечки. И я вот как-то, да, запомнил. И вот этот перфекционизм, он в этом остался. Да, все-таки, Лана, я угадал с первого раза. Ага. А из-за цветовой гаммы я подумал, что это Юна Гасай из «Дневник будущего», вроде бы. Вроде так, ага, называется аниме. В общем, если что, я после того, как мы закончим картину, я погуглю, ошибся я типа или не ошибся, но это из «Darling in the Franxx». Ну, а, я слышала. Я знаю, да, я даже видела. Да. Так что, видишь, я некоторые все-таки знаю. Да, да. Знаток аниме получается, Лана. Так выходит.
Ну, знаешь, если ты отгадал его буквально с нескольких пикселей уже раскрашенных, мне кажется, что это довольно известно. Ну, оно зафоршенное, я бы сказал, лучше так сказать. Ты знаешь, ты сейчас сказала, типа, ты угадал сразу, и я в голове проговорил, типа, я угадаю эту картину с 20 пикселей, типа, знаешь, как с нотами вот этими. Ну да. О, ребята, мне Лана сейчас отличный лайфхак подсказала. Смотрите, можно переключить. Смотрите, переключаем и ищем, что дергается. Так, ну-ка, секунду, ну-ка. Что, Ёши не дергается? Что-то ничего не дергается вообще. Ладно. Хорошо, я буду переключать, действительно, потому что так явно проще. А вообще, бывает такое, что просто пролагивает картина, и там нет определенной цифры? Вообще, это возможно или нет? Не думаю, если честно. Не думаешь, да? Девятка. Найдись, пожалуйста, Ёша, в таком случае. Оставь девятку в покое. Тут не явно могу. Есть что еще покрасить, кроме нее. Хорошо, 19-й буду красить в таком случае, как скажешь. Вот я успокоюсь, когда я увижу цвет 9 завершен. Вот это будет просто максимально, так сказать, приятно. Как это слово с английского? Satisfying. Ага. Как это переводится, типа? Ну, удовлетворение, что-то типа. Ну да, какой-то, ну вот я вот как раз-таки это и буду чувствовать. Вот 19. Закончить. Я нашла девятку, Ёши, вот она здесь. Где? Вот. Да, я ее убью сейчас. Да. Спасибо большое, Лана. Не забуду. Не забуду. Пожалуйста. Вот этого вот. Так, десяточки вижу, с десяточками нет проблем, это уже приятно. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот обидно, когда ты узнал персонажа, обидно дальше раскрашивать картину. Хочется прям закончить ее. Хочется прям, ну, в смысле, прям вот секунду так, хоп! И все. Где художник профессиональный? Почему его нет? Я закончил бы нафиг всю квартиру. Фу, квартиру! Квартиру сейчас закончу, ребят. Сейчас. Заканчиваю квартиру. Ёша, потому что по одной вот этому, по одному пикселю уже не так быстро набирается. Да, ты права, ты права. Вот зачем такие картины нам? Зачем нам такие картины, где надо за каждым пикселем бегать в другую точку карты? Этой картины. Квартиры. Квартиры, да, это точно. Ну ничего, почти закончили. Сейчас вот там несколько пикселечков, и все будет оки-доки. Так, Лана, а где я, извиняюсь, где? А, все, я понял. Все, я понял, что Лана все сама знает, куда надо идти. Нет, где искать гуляю. Пиксели. Оп, 22-й. Хоп, мое. Еще 26-й. Где? Куда? Смотри. Непонятно. Не кто вижу. Первый найдет, тот лучший. Оп! О, вот он! Это все? А, да. Ну, Ёши, очень много деталей, да, вот. Особенно учитывая, если это стоило 4000, сложновато. Ну да. Блин, вот хочется еще, но уже, по-моему, слишком много времени мы записываем, ну, по ощущениям. Ну мы быстренько. Ты чё, блин? Давай. Ты нормальный человек. Ладно, 4000, на, вот эту вот. Ну, конечно, ребята, которые, не знаю, должны заниматься сейчас другими делами, которые хотели бы... Я не буду, это опять Наруто, нет. А, да? Давай нет, тогда это опять другу. Наруто. Может, это знак, Лана, может, это знак, что знак. Надо все-таки закончить? А точно это Наруто? Саске. Думаешь? Ну да, посмотри эти волосюхи. Я думаю, что это он. Это может знак, Лана? Может, это все-таки знак, как ты считаешь? А вот сейчас раз и не он, а я тут не вижу этой повязки, чтобы она была вот как повязка. Лана. Все, ребят, я думаю, все-таки мы закончим на этом. Вот, ну просто, ну игра нам сказала все, сразу ты угадал. А нет, смотрите, она продолжает там художничать. Я хочу посмотреть. Ну да, вроде да, вроде вот это и есть повязка, да? Вот, пожалуйста, вот, все. Проверим вот так вот чуть-чуть. Так что, ребят, если вам заходят подобные видосы, пишите об этом в комментариях и напишите, угадал ли я всех анимешек. Ну, там как бы очевидно, поэтому можете не писать, но можете и написать. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте и всем пока. Пока!